Выставка 3D-рисунков открылась в Иванове. На первый взгляд изображения не кажутся объемными, но стоит занять определенную позицию и взять в руки фотоаппарат, как изображенные на картинках звери начинают принимать очертания. В каждом рисунке своя точка, которую мы обозначаем на полу. И встав на точку, взяв фотоаппарат, вы увидите эффект 3D. Соответственно, со всеми рисунками можно фотографироваться. Собственно, это и есть суть выставки – прийти и получить для себя массу интересных, хороших фотографий. Автор выставки, ивановец Максим Гончаренко, около года назад запатентовал свое изобретение. Идея создания полиграфических 3D-рисунков, созданных на компьютере, пришла случайно, когда рекламное агентство, где работал Максим, получило заказ на изготовление 3D-рекламы. Появился спрос, возникло и предложение. Были сначала плоские рисунки напольные, потом мы стали их переводить в плоскости, то есть в 2-3 плоскости, чтобы сделать настенные там. И уже когда получилась первая фотозона, стали проверять наличие патентов на такие вещи, оказалось, что их нет, и, соответственно, получили патент. То есть это является полезной моделью, запатентованным продуктом. Изготовление одного объемного рисунка занимает 2-3 дня. Задается определенная длина той точки, с которой нужно смотреть, и высота изображения. А далее под эти параметры трансформируется готовый рисунок. Вникать в тонкости посетителям не стоит. Главное взять с собой хорошее настроение и, конечно, фотоаппарат. Честно говоря, когда еще здесь у нас в Иваново все это начиналось, было очень мало картинок, вот такие картинки были напольные, но эффект был потрясающий. Дети веселились, получали массу позитива, взрослые к ним подтягивались, радовались всему этому процессу. Ну, какая-то детская радость была всегда. И когда уже в Пензе была более обширная такая выставка, я во всем этом сама уже поучаствовала, я не могла остановиться, мне так все это нравилось. Экспозиция будет меняться. Максим Гончаренко планирует дополнять ее новыми работами, а перед Новым годом появятся картинки с праздничной тематикой. Автор не исключает, что ивановцы увидят 3D-елку. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.